Товарищ генерал-полковник полиции, майор Волошиненко для награждения прибыл. Поздравляю, благодарю за службу. Служу России. Отдыхали с семьей на пляже. Увидел, что двое детей на надувном матрасе унесло от берега, и матрас перевернулся. Увидел, бросился на помощь. Дети находились на поверхности воды. Сначала помог выбраться девочке и вернулся уже за мальчиком. Мальчик, пока к нему добирался, скрылся под водой. Вытащил его на берег и оказал первую медицинскую помощь. Нет, страха не было, но все равно какое-то волнение присутствовало. Все-таки дети, и чтобы не навредить, это не взрослый мужчина. Это поступок обычного человека, я думаю, что, конечно, бы каждый так же сделал. Не я, кто-то другой обязательно. Дети бы оказались на берегу, и все было бы благополучно.